И к другим темам. Опасная и благородная работа. Областной слет молодых спасателей прошел в Петропавловске. Знакомство с тонкостями профессии, воспитание патриотизма, повышение профессионализма. С начала года на службу в органы гражданской защиты региона поступили 17 новобранцев. Репортаж Дениса Сивкова. Молодые спасатели сегодня получают наставления от своих старших коллег, которые прошли нелегкий путь и дослужились до полковников. Они ликвидировали сотни чрезвычайных происшествий, тушили пожары, эвакуировали людей, спасли тысячи жизней. Сегодня проходит слет молодых сотрудников органов гражданской защиты. Слет проходит уже второй раз в целях воспитательной работы. Сегодня будут делиться мнениями, опытом. Мурат Абулгазин год работает водителем в службе пожаротушения. Больше 30 раз выезжал на ЧП. Молодой спасатель понимает, насколько важна его роль в этой профессии. Сегодня его награждают грамотой начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Помню, был случай, когда поступила водная о пожаре. На данный пожар нужно было быстро доставить личный состав к месту пожара. Нужно было не растеряться. Молодых спасателей приветствовали ветераны органов гражданской защиты. Ерик Мажитов в своей работе отдал больше 30 лет. Это огромная ответственность. Вы всегда на виду в общественности, у населения. И вы всячески будете являться подражателем, примером. И вы должны этот путь достойно пройти. В прошлом году на службу пришли 130 молодых огнеборцев. В этом пока 17. Денис Сивков, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.